Ну вот, пацаны, опять мы в лесу, опять мы жгем костры. Будем жарить какую-то фигню. Славик вон дрова таскает. Yeah. Саня к нам пришел, блин, в модной куртке. Полупопа. Полупепе какой-то, да. Здорово, Сантей. Здорово. Как дела у тебя? Нормально. Нормально? Здорово, Слав, что ты в маске в лесу, блядь? Это вообще какой-то дичь какая-то. В маске в лесу, блядь. От кого ты? От ковидлу, блядь. От ковидлы, блядь. Посмотри, сколько грачей позасрали, блядь. Позасрали за зиму грачи и всю фигню, блин. Ну мы тут, глянь, за зиму все дрова выбрали. Чистота кругом, блядь, ни мусора, нифига. Класс. Да. Это наша скамейка. Сядем на скамеечку, да? Да, как грач поет, сядем на скамеечку, там сделаем вещички там всякие. Как-то так. Ну что, Саша? Слышал я, что ты Новый год в этот раз как-то скучно отметил. Да и позапрошлый тоже. А вот есть как бы тема одна. Мне тут пацаны рассказали. Дай-ка вот отсюда буду снимать. Что ты как-то под Новый год елку ходил рубить. Ну да, было дело. И что там случилось, блин, с этой елкой? Елка в порядке. Я ее просто... Ну она смешно, вот нет. Такая вот, где-то по высоте. Ага. Ну, вот такая вот. Не, ну ты понял, а чем вы ее рубили? Я пилил ее ножовкой. Ножовкой? Только, знаешь, какая? Какая? Вот такие есть, небольшие, а здесь ну, ручка. По металлу? Не по металлу. По металлу? Нет, ни хрена. И долго пилили? Пилили, да долго. Ты ж не один-то, наверное, был, небось, с компанией. С этим, был с Аликом я. Ну, понятно, ладно, а тот у того, что было? А у него перочинный нож. Охренеть. Он маленькие веточки обрубал. Ага. Я пилил. Ну и что с этой елкой произошло? Ну, все, он свою поставил дома, все нормально в этот. Ну, крестовина. А, ну понятно. Ага. Вот. Нарядили ее там сестра Ленка. А ты со своей? А я со своей, блин, через Симашку пьяному вообще не страшно, ни хера. Я трезвый бы не попёрся. Ай, блядь. Вот, и что, о чем хотел сказать? Ну, пришел домой и стал наряжать ее. Это они, у пацана. А я за свою просто вот так поставил к стенке. К стеклянным дверям. Ну, вот она вот так вот была. Вот такая. И вот такая вот в объеме. Ни хрена себе. И что, и так простояла весь Новый год? И старый Новый год тоже. А подарок был под ней потом? Нет, не было. Лист феназепам. Лист феназепам. Дед Мороз тебе принес. Лист феназепам. Так, а вот у тебя, говорят, история хорошая есть про то, как ты лежал в военном госпитале, и там чувак какой-то варил чифер бешеный. Чифер, да, там, он варил его лихо вообще там. Ты пил же, Саш, чифер, знаешь, что такое чифер? Я дома чиферил лет 5 или 6. Во как. Так и что там про чифер? Да он взял кастрюльку и купил там в армейском магазине пачку чая. Но раньше вот 90-е годы были вот такие здоровые. Ага. Грамм 300 в нем было. Здоровая. Да. Вот. Взял кастрюльку, кипятильник вот этот здоровенный, блядь, киловаттный этот. Киловаттный? Да. Ну вот, и это, и чифер варил. Вот он, блядь, сварил, то есть закипела вода, он туда эту пачку, хуяк. Бля, он его, наверное, час подымал, опускал. Знатный чиферист. Потом взял эту миску, блядь, полотенце, вылил туда эту хуйню. Отжимал он, блядь, да хуище. Долго-долго эти, нифиля отжимал, блядь. И говорит, будешь вот эту вот штуку пить? Я как хлопнул, у меня глаза на лоб полезли, блядь. Думаю, ёпт, вот это ты, блядь, заварил, блядь. Ну, а он выпил, да. А он пил его, блядь, ему похуй. Ни хрена себе, это какой-то вообще. А что ты в военном госпитале-то делал? А меня от военкомата закидывали туда. Нахрена? Курс молодого бойца проходить? Нет. У меня была язва 12 перст кишки, а если в армию не берут, блядь. А в 94-м году ебанутый, блядь, какое-то постановление было, блядь, что всех надо лечить. Все вот эти вот болезни, типа, вы покупаете эту хуйню всю, понимаете, справки. Ну, солдаты на войну-то начали требоваться. Так вот, на Чечню-то как раз потом. Да. Сразу, блядь, я
после госпиталя оттуда, ну, то есть уехал, и туда начали поступать, блядь, вот оттуда. Ага. Вот. Ну и, короче, ты там тоже подворотнички. И меня от военкомата туда загнали, говорят, подтверждай, что у тебя есть эта хуйня. Ну вот и я там и лежал, блядь. Ну понятно, короче. Сколько я лежал? Саш, а ты когда лежал, ты сосиски в банке трехлитровой варил? Сосиски? Не. Не варили? А то он Слайк рассказывает, там одни сосиски начали. Мы резали, резали ее на кусочки. Ага. Это, забрасывали. Сейчас, как же. Куда вы их забрасывали? В топку. Блин. Куда ты их забрасывал? Забыл. А кого забрасывал? Сосиски. Саш. Сосиски. Да, водички. А? Водички.